Преступные сообщества проникают в легальный бизнес на территории Евросоюза с помощью коррупции. Такова мрачная картина, которую рисует отчет, опубликованный в пятницу Европолом, агентством ЕС по борьбе с преступностью. Согласно докладу, 86% наиболее активных преступных сетей способны участвовать в легальной экономике, чтобы скрывать свою деятельность и отмывать полученные преступным путем доходы. These 821 most dangerous criminal networks and their 25,000 members commit crimes for profit and are capable of operating in multiple countries simultaneously. They are active in a range of crime areas, from drug trafficking to fraud, property crime, migrant smuggling or trafficking in human beings. Half of them are involved in drug trafficking. По данным Европола, к коррупции прибегают более 70% преступных сообществ. Так они создают препятствия для полиции и судов. Агентство передаст отчет правоохранительным органам европейских стран. Национальная полиция Испании уже заявила, что в сотрудничестве с Европолом ликвидировала преступную организацию, специализирующуюся на перевозке наркотиков из Испании во Францию.